Я приветствую всех на очередном уроке. И сегодня я покажу вам, как связать такой необычный мотив. Как соединять мотивы, есть отдельное видео на канале, подробное, поэтому данное видео посвящено только вязанию этого мотива. Кому нужно соединение, то вы посмотрите. Соединяется он за вот эти столбики с каждой стороны. Столбики соединяются между собой. Для урока я беру пряжу «Детская новинка» и крючок 2,75. Вязание начинаем с цепочки из 6 воздушных петель. Замыкаем ее в кольцо. В это кольцо нужно провязать. Так как это будет мотив квадратный, у него будет 4 стороны и 4 вершины. Провязываем 4 раза по 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик нам заменяют 2 петли подъема. Не 3, как обычно бывает, а 2 столбики с общей вершиной. 2 воздушные петли. Дальше 4 незаконченные столбика с одним накидом. Накид. Ввожу крючок в это колечко и провязываю 4 незаконченные столбика. На крючке 5 петель. Я провяжу их все за один прием. Это один раз. Дальше между первым и вторым вот таким элементом следует провязать 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И снова я провязываю 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Здесь уже будут не петли подъема, как в первом случае, а столбик. Теперь провязываю все 5 столбиков вместе. Снова 5 воздушных петель. И так нужно 4 раза. Когда будут связаны последние 5 петель, соединительный столбик вот сюда. Там, где у нас собираются столбики. Вот сюда. И первый ряд будет закончен. Все, ряд связан. Вот так это выглядит. Начинаем вязать второй ряд. Во втором ряду цепочки, это будут уголки. В уголках провязываем по 2 столбика с накидом. Вот здесь будем провязывать 3 столбика. Над верхушкой вот этих собранных столбиков, до и после нее. Между группами столбиков по 2 воздушные петли. Итак, первый столбик нам заменяют петли подъема. Провязываем 3 воздушные петли. Это столбик над верхушкой вот этой собранной, где столбики собираются вместе. Дальше после нее провязываем еще один столбик. 2 воздушные петли. И вот здесь нужно провязать 2 столбика с накидом. Это будет уголок квадрата. Дальше снова 2 воздушные петли. Провязываем до вершины собранных столбиков 1 столбик, над вершиной 2 столбик и после 3.
снова 2 воздушные петли, под арочку 2 столбика, все столбики с одним накидом. И так дальше до конца ряда. В самом конце ряда, когда будут провязаны последние 2 петли, нам нужно провязать еще один столбик. Вот здесь у нас же 3 должно быть столбика. Накид. И провязываем последний, 3-й столбик. Верхнюю петлю петель подъема, соединительный столбик. Этот ряд закончен. И осталось провязать 3-й ряд. Но в 3-м ряду как раз и будет у нас самое интересное вязание. Начинаем провязывать с 3 воздушных петель. Над всеми столбиками, где по 3, нужно провязывать по 1 столбику с накидом. В арочке, где 2 воздушные петли, еще по 3 столбика. И всего на каждой стороне будет провязано 9 столбиков с накидом. Три под арку. Вот из этих 3 последний мы провяжем в самом конце. 1, 2 и 3 столбик. Дальше нужно провязать 2 воздушные петли. И теперь там, где в уголках были 2 столбика, их нужно обвязать столбиками с одним накидом. Смотрите как. Я ввожу крючок между столбиками и подвожу под левый столбик. Я его выделяю и буду вязать все столбики под него. Накид я уже сделала, поэтому я провязываю 1 столбик. Под этот вот столбик левый нужно провязать 6 столбиков с накидом. 1 провязала, 2. Видите, я его держу отдельно. 3. 4. 5. И 6. 6 столбиков с накидом. Дальше я распрямляю мотив, поворачиваю и буду вязать под этот столбик. У нас вот было 2 столбика в уголке. Я связала под левый, теперь буду вязать под правый. Вязание поворачиваю. Ввожу крючок, накид лучше сделать сразу. Ввожу крючок под этот столбик. Вот так выделяю его и буду вязать под него точно так же 6 столбиков с одним накидом. Все, я связала в уголке. Это получается вот так выглядит. Теперь смотрите. Желательно бы вот это закрепить, чтобы не болталось. Я просто ввожу крючок в последнюю петлю, вот первый столбик, который мы провязывали, дальнюю петлю. Только я не так веду крючок, а с обратной стороны. И протяну ее в петлю на крючке. Получается такой вот элемент в уголке. Дальше нужно провязать 2 воздушные петли. И под эту арку отгибаю я столбики, которые связаны. И теперь нужно провязать сюда 3 столбика с накидом.
Дальше над столбиками нужно провязать по одному столбику. И вот здесь в следующую арку тоже 3 столбика с накидом. Провязано 9 столбиков, снова 2 воздушные петли. Начинаю провязывать столбики под левый из 2 провязанных в углу. 6 столбиков с накидом. Столбики связаны, снова разворачиваю. Нахожу крайний столбик, первый из связанных. Дальнюю полупетлю, эту полупетлю захватываю и протягиваю в рабочую петлю. Все, я связала второй угловой элемент. Снова 2 воздушные петли и точно так нужно обвязать оставшиеся 2 стороны. 9 столбиков. 3, 3 и 3. В уголке вот такие элементы круглые. Снова 9 столбиков. Снова такие круглые элементы. И вот здесь, в самом конце, нужно провязать 3 столбика и еще один. Чтобы получилось 9, у нас связано 5. Значит, нам нужно связать еще 4. 3 и 1. Над первым столбиком и соединительный столбик в верхнюю петлю петель подъема, и наш мотив будет закончен. Вяжем дальше. Мотив довязан. Вот так всего 3 ряда, но из-за того, что вывязываются вот эти вот объемные элементы, мотив выглядит очень необычно. На этом у меня все. До новых встреч!